На заседании присутствовали представители Краснодарской организации ветеранов, администрации, участники Великой Отечественной, труженики тыла, ветераны труда и пенсионеры, входящие в состав Совета. С докладом о проделанной работе выступила председатель организации Надежда Сауляк. Она рассказала о проведенных мероприятиях по социальной защите старшего поколения, культурных и патриотических акциях, а также подняла проблемные вопросы, такие как хосписы, цены на лекарства и размер пенсии. Наряду с проблемами немало и приятных моментов. Улучшилось обслуживание в поликлиниках и больницах, проводится множество мероприятий с участием ветеранов. Особенно сейчас, когда город готовится к празднованию 70-летия Победы. Сочи идет впереди всех ветеранских движений. Проводится очень большая работа. Ведь в годы войны это была здравница раненых воинов. Многие ветераны Великой Отечественной войны пишут нам, Совет ветеранов, письма с благодарностью о том, что в городе Сочи они поправили здоровье, и они до сих пор живы благодаря тем стараниям медиков, которые в то время были в этом городе. Глава Центрального района и председатель Краевого совета ветеранов поблагодарили Надежду Николаевну за проведенную работу и большой вклад в развитие районной организации ветеранов. После чего все участники собрания проголосовали за кандидатуру нового председателя. Им стал Игорь Журавский. И сегодня отчетно-выборное собрание продолжилось. На этот раз о пятилетней работе рассказал председатель городского совета ветеранов. И состоялось его переизбрание. Также в ходе совещания были вручены медали руководителям первичных организаций ветеранов.